Привет, друзья! Компания Ryan Metal и Lockheed Martin представили РСЗО Jim RS. Можно сказать, это усовершенствованная РСЗО HIMARS. РСЗО Jim RS оснащена инерциальной навигацией и системой наведения на цель с помощью GPS. РСЗО Jim RS в дальнейшем заменит немецкие РСЗО Mars 2. РСЗО размещена на более мощном шасси грузовика HAX-8×8 от Ryan Metal и оснащена двухкорпусной пусковой системой Lockheed Martin. РСЗО Jim RS может использовать реактивные снаряды Jim RLS с дальностью стрельбы более 70 км, ER Jim RLS с дальностью до 150 км и ракеты ATCMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км. Также могут запускаться новые ракеты Perseum, дальность действия которых превышает 400 км. РСЗО Jim RS унифицировано с РСЗО M270 и РСЗО HIMARS для упрощения ее использования в армиях НАТО. Масса РСЗО Jim RS 31 140 кг. При полной загрузке она достигает 42 240 кг. РСЗО Jim RS развивает скорость до 100 км в час и имеет запас хода до 700 км. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.